Рэмбо! Ты что ли, паскуда? А чё здесь, сука, телефона нету? Спирта взял? Взял спирта, да. О! Нихуя ты паскуда, блядь! Бежка нахуй. Пиздец. Ну все, пошлите нахуй. За пивом нахуй, пиво хочу пить, блядь. Нет, дайте, дайте парламент есть? Парламент есть? Давайте по одному. Вот я один не говорю, я буду платить. Парламент? Да, два парламента, пускай мужики гуляют нахуй. Пошли, где нам выйти на линию? Вон на линию, там. Пошли. Спасибо. Посадь бы, блядь. Да? Бульдог, бульдог, дай глоток. Че? Рот-то у него что, никогда не закрывается? Бульдога? Так ему погонял такой дали, почему? Потому что у него бульдог, блядь. Тяжко, если постоянно, блядь. Нет. Постоянно. Ты смотри, Рэмбос, не уебывайся на хуёк, тебя отпиздит. Я даже, когда иду... А чё бульдог, блядь? Отпиздишь Рэмбо, похуй тебе. Правильно? Если коснётся, блядь. Рэмбо говорит, я отпиздит, ты его пиздишь, блядь. А кису никто не пиздит, на кису. Да. А чё кису боится? Доскрётся, блядь, иди. А? Доскрётся. Не, а чё кису боитесь, расскажи, блёк. Я ебу. Кого, кису? Да, чё вы боитесь кису, чё вы, блядь, его... Как не боитесь, блядь? Он мне что-то хотел там приседать, блядь, когда Паша приехал. Да. Этот, говорит, Костя, он в тайне спрашивает, блядь. А? Он говорит, ну, говорит, Костя, вот. Он что-то мне там хотел предъявить, Паша говорит, пошли, говорит. Чё, мы же сели, присели. Чё, попиздели, покурили, блядь, попили. Всё охуительно. А так, блёк, а ну, блядь. Кису? А кто его? Ты боишься, блядь? Вот люди говорят, бульдог боится кисти. Я единственное, что-то, блядь, я хожу, я говорю, что-то, блядь, просто весело нахуй. Что, ну, блядь, он такой, ну, весело нахуй. Но на свои... Поприкалывался, кто там, блядь, ну, блядь, действительно там, блядь, нормально. Но на свои... Бабушка, здравствуй, помочь? Здравствуйте. Спасибо. Сами дают. Здравствуйте. Ну, Костя, за это да, же... Да, да, вот, блядь, во всех гипотезах. Кисти, блядь, хоть раскусишься на хуй, там, блядь, насчет такое рассказывать. Не, а что, люди говорят, что ты, блядь, боишься нахуй кису? Так он рассказывает, больше... Кисти, боишься, нет? Кису, блёк. Меньше того, честно, что это правда. Боюсь я его. А он по понятиям говорит, блядь, все как здесь. Где там табзу-то разогнали? Какую табзу разогнали? Никто там не разгонял её, блядь. Я кроме 646, блядь, просто нихуя не знаю. Подожди, я... Представляю, где... Рэмбос, тоже, кажется, за изнасилование сидел, блядь. Кто, я? Да ну нахуй. Ну, говорят люди, блядь, хули. У меня РЦД. 158, блядь. Да? 155, у меня 111. Тоже изнасилование? 100, нет. Нет! Отцы! 111, на потом и тоже. Да? Кто там, синий гриб, блядь? Что, когда там было, нахуй, это когда ты хату проебал? Я приунывал, нахуй. Ну, бля, у тебя, ты рассказывал. Так, пойдем, говорит, отойдем, ну, говорит. И потом ты хату проебал, да? А? Хату проебал или что? Нет. Не, когда... Вы продали ее, нахуй. Вы продали все-таки? Да. Угу. Они проебал, деньги тоже. Не, ты же, сука, сам сказал, я садился, хату продали, блядь, все проебал, да, нахуй. Вот и нахуй, опа. Опа. Опачки. Вот так вот бульдог, блядь. Вот. Люди, вот видишь, а все равно жить хотят нахуй. И люди хотят жить. А ты вот, сука. Смеяться не надо. Не, смеяться не надо, бульдог. А ты вот, блядь, а ты вот, сука, блядь, с руками с ногами, почему? Сегодня я такой, а завтра так же нахуй. Меня будут кто-то за коляски кто-нибудь возить. А кто тебе нахуй? Да кому ты нахуй нужен, блядь? Рэмбо тебя бросит сразу нахуй, да? Возить его. Коляску еще продав, пизды пешком. Да нет, что ли? Знаешь, что ты сейчас хотел сказать, забыл. О, промка. Сейчас, да? Сейчас помнишь? Шипотряпно. Пойдем, пошли туда нахуй, дворами, блядь. Обоссать. Не, пошли к сельским мы живем. Пошли, ебаный. Мы к сельским идем, блядь. Да, блядь, там пошли дворами нахуй, там поссать. Поссать нам, блядь. Знаешь, что они здесь живут? Они, блядь, по этим другу меньше ездят, тем более к вечеру. Кого? По дворам нахуй. Полицейский, что? Да я хуй на них, что ты боишься? Полиция, я их не боюсь. Они меня не забирают. А после, блядь, нужен, они тебя пиздят просто, и все нахуй. Ты не работаешь, пиздят нахуй. Ну, пиздят. Тебя что взять, анализ, кроме анализа, больше не приятно. Зачем пиздить тебя? Меня от солнечного, а то, что я туда в уху не полез, нахуй. Не, а помнишь, ты на салон будку, блядь?
этот настал. Ну, они говорят, давай, бульдог, сука, посрал, все нахуй. Это только на разговоры и все. На самом деле это все. А он посрал? Они говорят, они разговаривают, они задним числом разговаривают. Ну ты, короче, это, насрал. Я тоже могу задним числом, нахуй. Я тебе сейчас, вот, допустим, кто-нибудь там, блядь, это самое, нахуй, мне что-нибудь скажет, я скажу там, вот такого-то, нахуй, числа, нахуй, там, вот, какой-то год, нахуй, там, год назад, нахуй, какой-то месяц, нахуй, вы это, я тебе деньги давал, а ты мне его не отдал. Ну, и чё? Вот смотри, бульдог, смотри. Ой, и чё? Штанишки. Сейчас, пасайте, скажу. Бульдог, блядь, чё, не будешь проверять сегодня? Чё, погнали? Дальше хуй, все скину. Блядь, срать хочу нахуй. Нормально нахуй. У тебя есть туалет там, блядь? Есть у меня хуй. Не самое главное, что... Похуй, говорит, я думаю, похуй, блядь. Самое главное, чтобы пустили нас нахуй. Тетя Валя там не пустит нахуй, да? Бульдог. Бульдог. Бульдог, тетя Валя, да, за щеку нахуй, да и все. Ну как дает, мы пройдем, да? Да. Я Да вон дальше, там. Через красно-белое там. Один раз там все будет, ебаный. Сейчас будешь еще второй раз нахуй. Хули. А все, подошел, сидят. Этот все сидит, блядь. Сегодня? Этот сидит, бульдог. Танька сидит. Это Света сидит. Сегодня? Этот дошел, который последний там ушел. Кисер. Баночка. А, Толик. Ой, Колян, да. Колян? Никола. Никола Хохол. И киса встанет. Все. Со всеми поздоровался. Таня сидит. Ребят, зашли, у меня флешка закончилась. Купи флешку. Да хочешь стил купить, да? А почему не продаете? Потому что она оригинал, да, паспорта? Да, оригинал, да. А если копию? Копия не пойдет. Ну все, идем? Все. Все, ребят, мы идем дальше снимать. 16 евро. Да? Все? Да. Все, спасибо большое. Спасибо, девушка, большое. Да. Вот так, за ребят. Угощение, конечно. Какие угощения? Где? Кто угощал-то, блядь? Бульдог угощает его, блядь. Ну все. Пошли, 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 иди к сетке нахуй, ёпта, пошли, тетя Валя, пошли шантажировать нахуй. Нет, посрать или поссать, говори честно. Ну и иди нахуй. Блядь, она уйдет из дома, чё, потом куда пойдём? Куда? Пошли, тетя Валя нахуй, ёпта. Подожди, сейчас, подожди. Обоссышь её нахуй? Может, в фирменный магазин пойдёшь нахуй? Давай, писи, бульдог. А этот бульдог, сука, личные деньги хочешь взять, нахуй. Бульдог, так, блядь, а чё ждать-то? Может, мы пойдем? Ты нас догонишь, нет? Ты же бульдог, блядь, уральский бомж, ты же, блядь, можешь стащить штаны, нахуй. Пошли, Рэмбос, догонит нас, нахуй. Бульдог, догонишь? Смотри, нахуй. А то наебешь нас, нахуй. Ложь, пиздёшь и провокация, нахуй. Что ты, Рамбос? Все отлично. А что ж тетка не... А, вот ты живешь бабой, блядь. Нет, нихуя. Отлично. Какая отлично? Это вот это вот наша... Каждый день вот это. Он сам с собой разговаривает. Днем, ночью, он ест. У нее сын? Да, 25 лет. Так он, блядь, что ему, где, блядь, уебали его или что, блядь, откуда он такой? Нет, он такой... Странный стал. Родился? Да. У него с головой не в порядке. В больницу отправляли, он лежал в больнице, он втором. Пацан, он такой, короче, в этой, короче. Лежал, лежал, оттуда пришел. У него слюни текут, он разговаривал, он слюни текут, блядь, ест, не текут слюни. Не, ну, блядь. Дома лежит, вот дома, так как он дома. Он просто сам с собой... Бульдог! Да ну? Сам с собой просто разговаривает, это, кушает, разговаривает, вот кто-то видит, он сказал, да пошли ты нахуй, и все, это всю ночь. Охуеть. Пока он не успел, пока таблетку не дашь ему, он выпьет ее. Через полчаса, знаешь, это, он пойдет, может, блядь, ночью, что, говорит, ночь уже? Да, а время только утро, он говорит, что, пошли, ночью, пошли, монетку нахуй. Да. По дипанам, блядь, дипанам, 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 дипанам
Почему? Она гин. Барл гин. Да. Назепан, тазепан. Спроси, где удержишь. Я думал, далеко все. Таблетки ты маленькие, маленькие. Скажи, девушка, как дела? По две сутки он пьет каждый раз. Патронов. Они выдают по рецепту врача. Надо болеть на ход. Вон на танке делают. Тети Моти. Ты что, блядь, толкаешь, блядь? Ты смотришь? Тебе можно, блядь, не едешь? А нихуя вы что, друга винуете, что ли, блядь? Нет, все, он через дом, бульдог, через дом у нас. Да? Ну вообще, бульдог, блядь, мастер по напиванию, сука, паскуда. Я, блядь, пью, блядь, держусь. Я бульдог, сука, уже опьянил, нахуй. Бульдог! Короче, тетя Валя, давай там это, обихожим сейчас. Ну, чтобы она, сука, молчала. Тетя Валя. Титьки большие, которые. Тетя Валя с титями. Митями. Бульдог! Кто задает нахуй тебя? Мы тебя не понесем потом. Я бы за рулем пупы, я обниму нахуй, и папа, нахуй. Похуй? Да хоть, блядь, какое-то счастье, нахуй, поймал, нахуй. Хоть, блядь, увезли, блядь, полицию, нахуй, там, блядь, полечили, порядок. А что, Бульдог, давай мы тебя отпиздим сейчас, блядь, палка. Давай тебя отпиздим сейчас, нахуй. Ну, он тебя больницу везут, хуй. Что? Давай, и пойдем сейчас. Ногу, помоги, ногу. Что, ходить не будет, блядь? Ногу не надо. Не, а что, давайте я РМБ ваш выбить тебе жопу, да все, жопу болит. Ну что, я не, говорит, нахуй, жижи буду, блядь. Сука. Прямо в багажник, нахуй. Прямо в багажник идем, нахуй. Нихуя, машины, блядь, не останавливают люди. Вот, нахуй. Ты думаешь, что тетя Валя нас пустит, нет? Я этот один не запомнил, потому что, блядь, где ты? Здорово, здорово. Кого, тетя Валя снимешь? А если она тебе дитьке поевал даст? А я ее поймаю, нахуй. За титьку? У меня же реакция, нахуй. Куда титька только замолчала? Поймала. За сиськи, нахуй. Нет, ты ее прямо кусишь? Она поймала, нахуй. Нет, ты ее за сиськи прямо кусишь? Всегда легла, нахуй, и это самое. Нихуя себе, блядь. Не, Бульдог, что, реально будешь кусать ее за сиськи, что ли? Все, Рэмбос, запомни, нахуй, сказал, что... Сегодня ее... выходные, муж дома как-то... Он не заорет, нахуй, он выскочит, а я хуже за его... Ну и муж тоже за сил укусит. Ты бежать будешь, хули? У тебя один зуб, нахуй, и мужа укусишь. Один зуб, нахуй, так отпадет, нахуй. За сиськи, нахуй, кусать бы всех. Ха-ха! Муж родня Светки, хули ты. Ну? Му-му! Да-да. Му-му! Вот найдете общий язык. А, Светка, какой сам любит, блядь, это нахуй. А мы с ней будем. По телевизору вообще. Да? По какому телевизору? Так. Ну как вот говорить? Глухонемые вот, это? Да, я язык-то. Вот, ну, пульсак вот, себе. Они же руками как-то показывают, по-моему. Не мы? Ну? А сейчас покажешь, нахуй. Тетя Валя. Ну покажем там. Да, так, как, ну они как-то не за собой. Тетя Валя сейчас. А мне-то куда нас? Тетя Валя сейчас. Я сейчас на не хочу куда-то. Ну, я вообще... язык такой не учил. Тетя Валя сейчас покажешь, нахуй. И все, она. Закрой там, а. Да? И хуй выпусти. А что, ну, тетя Валя опустит нас? Блядь, скажи честно. Я первый раз. Вот. Тетя Валя первый раз слышишь? Вот, конечно, первый раз я опустил. Ну хуй, придется нас пустить, блядь, или как? Зайдет. А, Константин, я пивко попиваю, да. А, сука, бульдог, давай, тетя Валя! Кричи, встречай! Встречай нас, блядь, пятый этаж. На, Бульдог. Пошли к сеске, на. Может, блядь. Ребят, ну что, делаем ставки. Бульдог. Встречает. Рэмбо. Давай, пошли. Пятый. Пятый. Охуеть, набегаем сегодня. Добрый вечер.
А, лифт? На пятый этаж? Да, бульдог, Рэмбо охуел. Не хочешь пешком двигаться? Сучись, звони. Ты снял? Паскудник. А что там есть? 82-ю квартиру. Нету здесь никого. 82-я квартира, скажите, пожалуйста. Я говорю, нету никого. Мы сейчас будем дверь выпиливать. Я говорю, дома никого нет. Тетя Валя, открой, пожалуйста, дверь. Я говорю, нету ее дома. Тетя Валя, просто открой дверь, мы с тобой поговорим просто и все. И уйдем. Нет, не будем разговаривать. Тетя Валя, открой дверь. Не ругайся, мы... Тетя Валя. Тетя Валя. Ничего. Еду, ничего страшного, может быть, не случилось. Не бойтесь, нахуй. Звони. Иду, звони. Рэмбос, не волнуйся. Все. Тетя Валь, откройте, пожалуйста. Да, на трубку хоть. Я вас там оставлю. Ребята, блядь, ну не дает. Тетя Валя, блядь, вообще нахуй. Не хочет с нами разговаривать, да? Да? Вообще, ну я вас там на трубах тогда оставлю хули. Что? На трубах там, блядь, нет, никого, поеду домой, блядь, то сейчас чай напьюсь нахуй уже. Блядь, ты кури тоже хоть. Кури. А? Кури хоть тоже. Давай тут сейчас в машину сядем, блядь. Все, я пешком уж не пойду, нахуй. На такси поедем, поехали. Ты, блядь, пешком уйдем. Не, ну, я ну, тебе а, ему-то. Так, бля, мы заебемся, ждать нахуй. Вертолет, друг от лишних. Да-да-да. Давай нахуй, его поедем. Как беременный, ебаный, блядь. А можем беременный. Быстрее, ты не мог шагать. Блядь, ты не беременный, случайно? Бульдог. Ты не беременный? Да, нет. Пиздишь нахуй. Ну ладно, пошли, бульдог, такси искать нахуй. Поехали, до труп. Че? Пошли, возьмем бухлишки, поедем на таксишки. О, да? Пошли, автозайм возьмешь, бульдог. Возьмешь, нет, автозайм? Угу. Дадут тебе, думаешь? А? Да, пошли, пошли попробуем. Костян, пошли. Пошли, автозайм бульдог будет брать сейчас нахуй. На что хочешь брать? На машину? Выходи. Выходи, не бойся, бросай сигарет. Да бросай сигарет, потом покуришь. Паскудник. Потом я тебе там, блядь, бросай. Здравствуйте. Можно вам денежку взять? На что возьмем? На что хочешь брать? Сколько? Ну, 1005. Что? Чё? Давай 10. 10, девушка. Давай их фамилию. А, тебе что, дополнительно? Россия, паспорт. А бесплатно? Блин, что, блядь, данные помнишь, что нет? 10, 85, 46. Кто-то его напишите. Ну что, будем брать, нет? Не будем, ну что? Скажи девушку, зови. А,
Все, ладно, пошли. Пошли, я буду обратно. Не хочешь? Скажи, до свидания. До свидания, чё? Пошли, монетку, да. А рыжего нет, хуй там. Рыжего? Я зайдем. Один рамбоста. А где, а где? Рэмбо, чё там, бля, собак не гоняешь, нахуй? Бери, нахуй, пошли, дом сиди, хуй. Хоть долбоёб, разбраться фаршем, нахуй, бульдог. Нихуя, вот так вот, ребята, бомжиком, бомжиком. Блядь, повезло, нахуй. Бомжиком идёт, надо брать вот так. Та? Постеснялась? Собаки! Я встал, да, уже не очень, собак не пили. Вот это, хотел подобрать ее. Вот, там, больно, говоря, с фаршиком. Кучеряво живет, нахуй. Вот она вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Богатише. Фарш целуется на крыше. Фарш. А бульдогу бог. Фарш гуси. Фарш гуси целует, нахуй. Фарш бульдог ебанул, нахуй, и похуй ему на все. Да, бульдог? Сыка, бульдогометр, нахуй. Ебанул фаршу, нахуй. Сыка, с ровного места поднял. Полкило фарша, нахуй, да? Он стоит, нормально. Ну, а что, не продаст? Вот, ну, здесь вот, нормально стоит. Сейчас, блядь, Рэмбо, блядь, ну, что, пожарили, иди, нахуй. Кто не купил, что здесь вот? Никто не купил, блядь, вот. Кто пошел купить, сейчас я полкил, вот еще он будет здесь. Сейчас пошли сейчас в магазин, зайдем, затаримся, вам, что, уходите. Мы поедем, нахуй, до трубы, я потом в стоп, уж поеду домой. Коля, у вас не в кафе, так хоть, блядь, у вас так. Ты мне номер свой на бумажке напиши. На бумажке телефон. Напишу. Чтобы это, я телефон, нихуя сейчас получу, я сразу куплю себе телефон, тебя забью сразу первого. А бульдог сейчас это нахуй, писька напишет нахуй. У него есть там, у него симки нету, я вот позвонил бы, я в черный звонит тобой. Симки нету, да? Бульдог, пошли, бульдог. Бульдог. Пошли. Может, на счет там, блядь? Не пугай детей, ёбаный. Бульдог, бросай серьезно. Отойди, ёбаный. Пошли, бульдог, пошли. Сегодня ваш вечер, нахуй, весь. И ваш день. Давай. Нормально. Много не берите, нахуй. После вас, да. Мадам, 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 мадам. Бульдог, ну что, корзинку-то бери. Бульдог. Корзинку бери. Вон корзинки. Бульдог. Все? Пошли. Фарш. Скажи, что фарш наш. Мы с собой взяли фарш. Все, пошли. Положи его, может, не съест. Положи туда его. А вот спальняки же. Бульдог, закрывай такой. Дверь, ключ не бери. Ладно. Ключ. Да ладно. Пошли, бульдог. Держи. Держи. Куда ты поклал такой? Держи. Держите, говорю. Держите меня 8 человек, нахуй. 7 не удержу. Давай, бульдог, бери фруктов, овощей. Все, пошли, нам вести не нужен. А? Куда? Ближе, блин, ближе смотри, второй, блядь. Тумбочка там где-то. Второй, вот, да. Закрой его. А, прямо на фарш сейчас все накинутся, нахуй. Давай, бульдог, блядь, что, бананов возьмем, бульдог? Я больше с тобой не куда ты берешь? Будем бананы вам? Обойдется он, обойдется. Да, ну и хуй. Берем апельсины. Бери, бульдог. Какую корзинку? Ты чё, блядь? Пустая она. Слышь, давай не умничай, ё-моё.
Буду два, бери, что хочешь, то бери. Все. Бери апельсинов. Два, три. У вас пятеро, на. Все, пошли. Подожди, надо, наверное, взвешивать, бульдог. Бульдог надо взвешивать, наверное, сначала. Не-не, а мешочки возьми, мешочки. Мешочки бери, бульдог. Бери мешочки. Вон, бери мешочки. Водку бери, хочешь, водку бери. А спирт есть у вас? Нет, спирта нет. Подожди, куда ты там лапаешь, блядь? Ну, сюда, обратно. Обратно, говорит, и бульдог, иди, взвешивай, бульдог. Андрюха! Слышь ты? Вот паскуда. Вот зачем я с тобой пошел сюда? Все отдельно надо, мешочки, давай, смотри. Надо взвешивать, да? Да. Или там на кассе вешать? Да, на кассе взвешивай. На кассе вешать, да. Отдельно, блядь, давай. Да, на, бульдог, блядь, ну, блядь, 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 блядь. Как дрова, блядь. Не говори, как дрова. Ну так дрова уже. Чё ты ковыряешь-то его? Ничего не ковыряет, там еще нет. В сетку чё ты ковыряешь-то? За луком-то? Зачем? Бульдог, блядь. Давай, хватит, ну, пошли. Давай по-человечески жили. Ну, по-человечески вот жили. Пошли. Вот взял? Взял. Вот пошли. Там пошли, там я там запуски взял. Блядь, Паш, подожди. Куда ты пошёл? Ну, вот так, да. Паша, давай вернемся обратно. А чё? Ну, это, я тебе, бери, 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 я тебе еще раз говорю. Бери за тебя. Рэмбос, бери. Не, кого я тебе сейчас вот этот, что ты взял, это вот сейчас тебе... Вот сунешь вот, ему в жопу. Упакую тебе сейчас вот это вот, всё. Рэмбос, бери, бери, я тебе говорю, бери, Павел Сичин угощает. Вот это вот? Ну только, блядь, может, последний раз, а нахуй. Вот сейчас... Давай, Рэмбос, догоняй, мы пошли за грудкой. Пошли, бульдог, бульдог, пиво бери. Лук-то зачем тебе, блядь? Да ты мешок надо слаживать его, ёпт. Ладно, хер с ним. Пошли. Бульдог, пиво еще бери. Пиво бери. Да, угощаю его. А что, крепко взял бы, нет? Ну и ладно, пошли. И, все, хватит теперь. Пошли. Пошли дальше. Бульдог, давай. Кушай, кушай, что не хочешь, нет? Это я себе беру, это он себе беру, а я себе. Ну, давай, пошли. Соль-то взял тебе, нет? Соль-то будешь брать тебе, нет? Давай, давай, масло можешь, бульдог, взять масло тебе. Кофе, 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 мы прошли, нам кофе было. Вот. Рамбос, кофе будешь брать тебе, нет? Кофе. Чего, ты что, себе взял? Это я не себе взял. Дай мне. Дай мне? Я тоже дай мне. Я свое взял. Вот, давай только не, блядь, быстрее, не нахуй. А что, пить не можешь, ничего? Пиво, ну, пиво-то возьми пол. Хоть. Рамбос, пиво-то возьми. Бульдог, иди кофе возьми. А, кстати, это. Сгущенку, потом так, бери, ну, бери чай. Надо, надо, бери, надо. Бери чай, я тебе говорю, я, блядь, Павел себе сегодня угощает, нахуй. Тебе чай, чай надо, что ли? Чай надо тебе. Рамбос, о, бульдог есть, я кофе тебе возьму. Иди, на. Вот, вот, блядь. На, вот это, кофе, кофе тебе. Домой, домой. Потом, потом. Давай, пойдем чай возьмем тебе. Паша, можно вот это взять? Бери, бери, бери. И вот Паша все угощает, на. Все, больше мне ничего не надо. А что не надо? Мы мазя уберем, нахуй. Пошли, что пожать тебе? На трубу, что мужать тебе? Давай мозга не ебать, блядь. Закусывать это, я не знаю, что. Пошли, да, вперед, на. Пошли курицу возьмем. Пошли курицу возьмем. Гриль нахуй. Чё, гулять да гулять, хули, я ж тоже, блядь. Не всегда меня бабу бросают, нахуй. Берем это. Санки, бульдог, поедешь на санках, нахуй. Пошли, да, прямо двигай, бульдог, прямо. О, танцует бульдог. Опа, опа. Бульдог, умный походка. Хлеб бери, бульдог. Домой хлебушка возьми. Чё, а будет курица, нет? Мазя, убери бульдог. Приглашай девушку потанцевать. Всё, мне больше ничего не надо. Да бери еще что здесь, что надо, хули Павел себе считает. Есть кто? Паша, ты
Миллионер, пока я, блядь, пока я. Я скоро съеду. Пока. Еще будешь больше да. Давай зови, Рэмбо, зови тетеньку нахуй. Хлебушка бери. От души нахуй, бля, вон. От души, от души, от души, от души. А что не. А, бля, а зачем тете нужна? Так берем курицу нахуй. А, 24 рубля что ли? На, Рэмбо, домой возьмешь, бабушку его угостишь нахуй. Пополам. Сейчас на Павла Васильевича Павел. Не, вы там делите нахуй. Все, все, поехали. Пошли на кассу, все. Бульдог хлеба взял себе. Оба, бульдог танцует. Оп, оп, оба. Взял, взял. Я потом взял хлеба. Давай, все, пошли. Бульдог, давай, танцами, танцами. Приглашай женщин на танец. Давай, бульдог. Пошли на кассу, все. На кассу идем. И пакеты сразу же. Че, тяжело, что ли? Да может, ну такой пивка-то возьми, да, блядь. Хоть дорогу-то, нахуй. Пивасика-то возьмем. Пивасика-то возьмем. Ну потом еще не ведешь. Не, сейчас бери сразу, бля, потом уже все, я трубу и домой. Ну, там возьмем сразу. Давай, давай бери холодненький какой-нибудь. Рамбос, и мне возьми баночку. А тебе какую? Баночку какую-нибудь маленькую. А, любую. А, баночку. Знаешь, что? Че тебе, со станки наши? Станки эти, здорово. Ты че, бля, бульдог, ты его наглел, может тебе икры взять? Да? Икры можешь взять. Да, посмотри, одноразовый есть. Может, о, одноразовый есть. Бульдог, посмотри, выбирай. Вот я даю. Вот станки. Кого там выбирает? Дай ему побриться на бульдогу срочно. А, бульдог, блядь. Всем Павел Васильевич. Да что ты рвешь, блядь? Как его брать, брат-то? Ну-ка, давай, Рамбас, покажи. Павел Васильевич, не знаю. Да вот не знаю, ты что ты. Она последняя, ничего не знаю. Ну, бери кофе так. То, что делать, помоги нам, пожалуйста. Как вот мы не можем справиться? Вот все взял. Прямо с ценником. Какого с ценником? Не ценником, зачем? Давай, двигайся, бульдог, ты хоть, блядь, в очереди бы стоял бы, что ли? Ну, не говори как. А? И икру будешь, бульдог? У них там стоит что-то в баночке, правильно? Ты не пью, взял? Вот это я себе взял. Ну, все, все, все нахуй. Хорошо? Отлично. Бульдог рассчитается, у него бабки есть, нахуй, у него 100 рублей есть. Ха-ха-ха. Сука, бульдог, блядь, набрал хлеба-то. Я себе бутон взял, букву хлеба. Костя, я вот этот взял. Сколько, да, и пару пакетов взял. Взять, вы разделились сами там. Я сейчас вот сейчас и курицу. Ты пакет берешь, и я тоже пакет. Два пакета, потому что берем. Да, нормально. Я все, мы это. Ну, бля, посидит на дом. Ну так, блядь, целый день я проезд, когда-то по второму приду. Да, ну я думал, что ты приедешь в 12. А так нет. Вот, извините, пожалуйста. А что извиняться? Извиняйся. Толкается что-то. Все, что, берем два пакета. Три не надо, нахуй. Хорошо, хоть у бульдога деньги есть, нахуй, он рассчитается. Мы сейчас пойдем в кассе, я думаю, бегут. Вот так пойдем, наверное. На меня надо. Что ты так смотреть туда? Я тут бульдога не видел, что ли? А ну-ка, бля, залаем. Рычай тогда. Сейчас пойдем на кассу и зарычи. Бульдог, скажи, два пакета. Пакет нужен? Два. Да, два целых. Большие, да? Да. Вот это тоже. Тоже туда, все. Бульдог, проходи дальше. Ты без пива, у тебя пиво полтора. Давай, ты. Женщина, сырок выпал. Вы сырок оставили. Да нет, это пройдет. Вот. Да это там не надо.
Я получу вам. Павел, сидишь, блядь. Бульдог, ты вот чай-то возьми себе. Жалко. Там кофе даже еще взял. Ты не плохо будешь? Кофе, я нормально. А отработаем. Отснимаем с ним. Ну, а пакет девушка еще. Да, вот. Два пакета дали. Пакет. Сейчас сложите. Че вы? Конечно. Вот, да. Да сейчас подожди, тянешься. Торопится, блядь. Бульдог. Не торопись. Все уедете. 1600. Ужас, ужас, на. Блядь, ты кайфуешь, на? Бульдог, на. Лук, блядь, будешь есть сырым тогда, на. За 1000, блядь. Давай яблоками закусывай. Все, спасибо большое. Да не надо. Ничего. Бери лук, бери все, на, и пошли. Поехали, сейчас на такси уедем. Павла сейчас разорим конкретно, и все. И все, все. Шикарно. Яблоки тетеньки возьмешь? Все, все, на. Пошли, делитесь. Все. Костян, взяли, все, помчались на такси, нахуй. Все. Поехали на трубы, я потом с трубы поеду на. А ты же поедешь куда? Я с тобой поеду? Не, я сначала на трубы, а потом я поехал, тебя вытащил. А ты куда едешь там? Не, сначала на трубы доедем. Ну, потом? Потом поехали нахуй. Ты куда? Я думал, поехали на такси. Где такси? Пошли там такси искать. А где его звать? Ну пошли там искать наш такси. Бульдог, только на трубы съездим, блядь. Я долго не буду с вами нахуй. Понял, бульдог? А ты-то потом куда поехал? Домой нахуй, на рифту. На рифту? Ну. Ну так придется мне пешком оттуда, сюда ебать. Смотри, можешь сейчас идти, хули ты? А? Можешь сейчас идти? Да я хотел, блядь, с вами. Ну поехали тогда нахуй, вон. Бульдог, давай нахуй в машину. Давай, рогам занято хули. Их, что он занят? Да сейчас... там, блядь, вон там сидят нахуй. Да сидят там занято. Ну и что, блядь, он же не едет нахуй. Заруйдет, нахуй, поехали. Сейчас, да спросим сейчас. Все, ребята, и едем уже, подъезжаем к трубам. Сейчас на трубах немножко в дом поеду. Че там, не ругайтесь. Рэмбос, че он там гонит? Рэмбос, скажи бульдогу, чтобы успокоился. Ну. Сейчас, сразу же зайдем, Таня. Скажи, блядь, успокоился нахуй. Бульдог, ты че паскудник, блядь, там? Буянишь, нахуй. Пойдем сейчас выйдем на. Я тебе покажу сейчас, блядь. Фигу. Рагу. Сверху там что? Я там не помню, нахуй. Блядь, никто не ждет, нахуй. Ну пошли, бульдог, я тебя провожу. Вам дам пузырек и поеду домой, нахуй. Выходи по одному, блядь. Только не хлопай дверью, блядь, паскуда. Бульдог, ну не хлопай, паскуда. А. О, там собака даже живет, что ли. Там собака, нахуй. Бульдог, пошли, я провожу вас, нахуй. И поеду, нахуй. Да. Куда поедешь обратно? Да. Куда туда? Куда обратно? Коров, нахуй. Не хватило, нахуй. Чего? Я второго не буду. А третий раз будет, нет? Нет, заставили здесь, нахуй. Ну. Блядь, я остался, я без всего вообще. А, спиздили? Да нахуй не надо, это все. Я не знаю, вы, короче, сами по нам пойдете, я сейчас поеду туда хули. Рэмбос, дойдете до дома-то? Я-то дойду, он-то не знаю. Ну короче, пойдем мы сейчас, короче, все обучаем. Ебем ты по сядику. Да, я вам взял, он, блядь. Ты к себе, я к себе. Собака, иди сюда. Он, блядь, не хочет нахуй нихуя. Да, вы уж там сами разберетесь нахуй, бульдог. Разберетесь нахуй. Ебать, бульдог, нате вам. Держите. Вам, блядь, все. Ну все, я вас что, затарил? Все нормально? Без обид, нахуй. Сейчас, подожди, нахуй. Давай, все. В воскресенье приеду, нахуй, бульдог. Получаю, блядь, это. Бабки, я куплю телефон, сразу тебе набираю. Вот на не показывай, нахуй.
не стерил. Я сразу же... Короче, в воскресенье следующее, будь здесь, нахуй. Хорошо. Все. Бульдог, я помчался, нахуй. Давайте вам здоровья, нахуй. Бульдог. Сам не болей, похоже. Сам не болей, самое главное. В воскресенье приеду следующее. Это все ваше, нахуй. Кайфуйте. Чем мог, тем помог. Бульдог, все, я умчался. Я умчался. Вы, сигарет есть у вас? Все, нахуй. Да у нас есть, нахуй. Ну все, Рэмбос, я вам помчался. Давайте, все. Давай. Не теряйся, пока. Да я в воскресенье приеду. С этим, да. Я немножко бухану еще, нахуй. Сама, пока. Все. Ой, ты сама. Бульдог. Давай-ка поедем, нахуй. Дойдете, нахуй, бульдог, он. Да какой нахуй, дойду, нахуй, меня там, блядь, опять кинут. Я все, да кто тебя кинул, блядь, бульдог, он тебя проводит, да, Рэмбо проводит тебя, нахуй. Какой Рэмбо проводит, его хоть само... Все, я все, ушел. Не надо, никто не понял, до победы, блядь. Все, бульдог, я ушел, Рэмбо, я ушел. Давай, давайте, по... нахуй, не теряйтесь. От души. Давайте, все, в воскресенье приеду, ждите. Ох, ребятушки, все, заканчиваю. Все, мы еще вас... Сейчас я дам. Хотя не сядь, я не дам. На. Ох, ребятушки, ну все, ребят. Уже вот такая съемка была. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы кверху. А я поехал домой. Поехал домой отсыпаться и стримчанский устраивать. Все, чао, какао. Писью. Ну все, ребят. До свидания.